Всем привет! Сегодня у меня для вас очередное видео с моими покупочками с AliExpress. Я опять накопила огромное количество различных товаров, поэтому давайте приступим и я покажу вам более подробно. В этом видео будет не только распаковка посылок, также будет тестирование нескольких косметических продуктов. Я после съемки обязательно все их протестирую и также расскажу свое мнение после использования. И еще ссылочки на все товары вы найдете в описании под видео, поэтому если что-то понравилось, проходите, смотрите более подробно. Первое, с чего мне хочется начать, это будет вот такая вот маленькая посылочка серого цвета. Здесь у меня, по-моему, должна быть тушь для ресниц, если я ничего не путаю. Да, здесь у меня тушь для ресниц Кимусе Volume Express Mascara. Как вы видите, коробка немножко пострадала при транспортировке. Также хочется отметить, что посылка ко мне пришла быстро, где-то недельки за 2,5 трек номер отслеживался. Давайте посмотрим, как выглядит сама тушь. Объем 10 грамм. Коробка розового цвета. В принципе, она не порвалась, немножечко только помялась, как бы даже не помялась, а чуть-чуть деформировалась, поэтому для меня это не критично. Сама тушь внутри выглядит вот таким образом. Я не в первый раз заказываю тушь с AliExpress и хочу сразу сказать, что не все туши приходят в хорошем состоянии. Бывает такое, что тушь приходит уже практически на своем исходе. Она уже практически высохла. Посмотрим, как дела будут обстоять с этой тушью. Не будет ли такого. Но сколько тушей заказывала, в принципе, ни одна из них аллергии и раздражения у меня не вызвала. Кисточка у данной туши вот такая вот. Она не силиконовая. Сделана в виде щетки. Я, конечно, не очень люблю такие кисточки. Я больше люблю силиконовые, так как они прокрашивают лучше. И, как мне кажется, распределяют продукт на реснички тоже лучше. Ну, это дело к вкусу, как бы мне просто больше нравится силиконовая. Но посмотрим, проверим, насколько хорошо работает данная тушь. Потому что бывает такое, что туши вот с такой кисточкой тоже очень хорошо работают. Отлично распределяют продукт на ресничках. Поэтому не буду придираться к данной туши, пока я ее не опробовала. Аромат у туши слабо уловимый, такой немножечко кисленький, но его можно ощутить, если уж прям очень-очень сильно принюхиваться. А так можно сказать, что его практически нет, потому что, ну, очень слабый аромат, и я бы его даже не считала за минус, так как на самом деле он еле-еле ощущается. Ну и давайте покажу то, как эта тушь выглядит в деле, как она распределяется на ресничках. На данный момент вы это хорошо видите. Попользовалась я данной тушью, она мне понравилась. Сразу хочется отметить, что производитель заверяет, что будет вау-эффект, что будет большой объем ресниц. Как по факту, я заметила только удлинение своих ресничек. Да, тушь классная, она мне понравилась. Кисточка на самом деле хорошо распределяет и наносит продукт по ресницам, абсолютно не склеивает реснички между собой, но большого объема я данной туши, к сожалению, не ощутила. Очень хороший удлиняющий эффект получается после применения данной туши. Ресницы становятся прям очень длинными, намного длиннее, чем были. Также, что мне понравилось, это то, что реснички не склеивает, не создает эффект паучьих лапок. Удобно было и комфортно пользоваться данной тушью с первого раза. Вообще, замечаю такое, что если покупать тушь в обыкновенных магазинах, то, как правило, для того, чтобы понять тушь, нужно попользоваться ею где-то недельку, а может быть даже полторы, чтобы она немножко подсохла. Вот в данном случае она уже пришла немножко подсохшая. Я не скажу, что она засохшая, но она как бы и не слишком жидкая. Я люблю именно вот такую консистенцию. Как бы для меня было комфортно то, в каком виде она пришла. Но если вы любите прям такую свежую тушь, жиденькую, которая в большом количестве прилипает к кисти и потом уже красите этим, то тогда вам, думаю, данная тушь не подойдет, так как она похожа на ту тушь, которую попользовалась уже недельку и которая уже немножечко подсохла. Аромата также я никакого не ощутила во время использования. Тушь ничем не пахнет, по крайней мере, когда пользуешься, запаха вообще не чувствуешь никакого. Аллергии, раздражения не вызвала. Далее, следующая посылочка у меня также косметическая. Я ее уже вскрыла, так как абсолютно не знала, что находится внутри. И мне было жутко интересно узнать, что же пришло в данной посылке. Сразу хочется отметить, что те продукты, которые я покажу в этой посылочке, и два продукта у меня повторяются, потому что они мне очень-очень понравились. Достала я все баночки из своей посылки. Как и в прошлый раз, продавец в подарок положил два пробничка. Очень приятно.
пользовалась данной эмульсией, довольно-таки неплохая, хорошо работает, возможно, в будущем приобрету полноразмерку. Первый продукт, который мне хочется начать, я уже пользовалась данным средством, это ночная маска для лица, она гелевая, я ее открывать в данном видео не буду, так как заказываю второй раз и уже показывала подробно ее в предыдущем видео и также рассказывала про нее. Поэтому расскажу всего лишь вкратце свои ощущения и как нужно пользоваться данной маской. Эта масочка хорошо увлажняет, питает кожу. Ее нужно наносить на ночь на очищенную кожу лица и не смывать. Утром после пробуждения ее нужно будет смыть. Можно смыть ее каким-либо косметическим средством, но скажу по своему опыту, она отлично смывается обыкновенной водой без применения каких-либо мыльных средств. Также заметила, что после того, как смоешь данную масочку с лица, кожа становится очень мягкая, увлажненная, приятная на ощупь. Понравилось то, как работает данная маска, то, как она действует. Объем баночки 50 грамм. Аллергии и раздражения она у меня не вызвала. Также второй продукт, который я заказываю второй раз, это гранатовый серум для лица. Объем банки 10 мл. Я также открывать и показывать данное средство не буду в этом видео, так как тоже подробно рассказывала о нем в предыдущий раз. Понравился мне данный серум, поэтому решила заказать повторно. Он неплохо увлажняет, питает кожу, также отлично подготавливает ее перед нанесением каких-либо косметических средств. Я вообще люблю наносить серумы или сыворотки перед нанесением крема для лица, потому что они на самом деле хорошо подготавливают кожу. Если нанести сверху данных средств крем, то он как бы запечатывает серум и помогает влаге удерживаться на коже и не улетучиваться. Объем баночки 10 мл. Обычно мне такого объема хватает где-то недельки на 2 активного использования. Поэтому, я думаю, долго у меня эта банка не простоит в моих хранениях. Обязательно ее применю и использую. Также аллергии и раздражения данный серум не вызвал. Ну и давайте расскажу про два новых продукта, которые я решила также попробовать. Здесь у меня коллагеновый серум для лица. Тоже объем баночки 10 мл. Вот его давайте откроем и посмотрим, как он выглядит. Потому что заказывала его в первый раз. До этого не заказывала. И очень интересно, как все это выглядит внутри. Срок годности, как мы видим, хороший. До 2022 года. Но так как у меня данные баночки уходят за 2 недели, до 2022 года вряд ли этот серум доживет. Главное, чтобы не забыла я про них. И внутри у нас находится вот такая вот баночка. Она, кстати, очень похожа на тот серум, который я заказываю во второй раз. Баночка там точно такая же. Также зеленая этикетка. Тоже от одной фирмы Мабрем. Сам продукт прозрачный, довольно-таки жидкий. Но он не как вода. Он все равно немножко тянется. Я думаю, вам видно. Не знаю, как показать. Ну, давайте нанесу на руку. Серум очень похож на водичку, такую склизкую, быстро распределяется по коже и очень-очень также быстро впитывается. По крайней мере, у меня уже все впиталось и ничего не осталось на руках. Но буду проверять, смотреть то, как он работает, хорошо ли увлажняет и питает. Аромата у данного средства я не ощущаю. Можно сказать, что его практически нет. Протестировала я данный серум. Он мне очень понравился. Похож на тот, который я заказала в этой же посылочке. Также хорошо увлажняет, питает кожу. Подготавливает ее перед нанесением других косметических продуктов. Аромата у данного серума нет. Серум ничем не пахнет. Понравилось то, что кожа после нанесения мягкая и приятная на ощупь. Аллергии и раздражения серум не вызвал. Ну и последний продукт в данной посылке — это дезодорант. Я вообще никогда в жизни не заказывала дезодоранты с AliExpress. И когда увидела, очень удивилась. Меня это заинтересовало, потому что это что-то новенькое, пока неопознанное для меня. Поэтому тоже хочется протестировать, проверить, как они работают. Объемчик, конечно, тут очень маленький, 20 мл. Если данные дезодоранты нужно наносить, как все другие, он, наверное, закончится супер быстро. Внутри у нас находится вот такой вот маленький флакончик. Он у нас в виде спрея. Но, в принципе, в этом есть плюс, так как данный дезодорант можно брать с собой. Просто положить в сумочку и все. Очень хороший дорожный вариант. Баночка на самом деле маленькая и можно использовать ее где угодно. Давайте посмотрим то, как он работает. Спрей работает хорошо, отлично распределяется. Аромат у дезодоранта очень-очень приятный. Нанесла вот на руку и прям можно даже не подносить к лицу. Чувствуется сладковатый аромат.
ненавязчивый, быстро, правда, улетучивается. Надеюсь, в деле будет работать хорошо и на самом деле будет устранять неприятные запахи. Я так понимаю, дезодорант на водной основе. Буду тоже проверять, тестировать и уже чуть позже дополню то, как работает данный продукт. Попользовалась я данным дезодорантом, по этическим нормам не показываю, как я это делала, но на самом деле он мне понравился. Тут осталось совсем немного, так как быстро заканчивается. Пользовалась я им довольно-таки продолжительное время. Для использования нужно буквально чуть-чуть. Хватает 2 пшика на каждую подмышку, и он начинает действовать. Из плюсов это то, что на самом деле нейтрализует неприятные запахи, также не закупоривает поры. Если набрызгались, то пот все равно может проходить, но запаха никакого нет. Из минусов это то, что маленький объемчик и быстро заканчивается, как бы надолго этого не хватает, но можно в этом найти также плюс. Как сказала ранее, данный дезодорант можно использовать как дорожный вариант и брать куда-то с собой. В целом и общем дезодорант мне понравился, аромат у него очень приятный, аллергии, раздражения не вызвал. И также до этого забыла показать состав, вот он сверху, если хотите, то можете ознакомиться более подробно, поставьте на паузу и почитайте. Далее, следующая посылка у меня также маленькая. Здесь у меня должны быть магнитные ресницы, если я ничего не путаю. Давно хотела попробовать магнитные реснички. С того момента, как они вообще появились на рынке продаж, так сказать, всегда они меня завлекали. И прям было для меня любопытно, что же это такое. Так ли ими удобно пользоваться, как показываю. Все, в посылке больше ничего нет. Когда я заказывала, у продавца можно было выбрать не только различные варианты ресниц, также можно было выбрать щипчиками или без. Но так как у меня нет специальных щипчиков для магнитных ресниц, поэтому я заказывала сразу щипчиками. Перед тем, как перейти к ресничкам, давайте посмотрим сами щипчики. Они выглядят у нас вот таким образом, золотого цвета. Я не скажу, что прям они сделаны супер-пупер хорошо. Конечно, исполнение так себе. Но главное, чтобы они работали, и с помощью них было легко и просто надевать реснички. Как бы щипчики работают, нигде ничего не заедает. Все очень-очень комфортно. Вот такими у нас были щипчики. Давайте перейдем дальше и посмотрим сами реснички. Пришли они вот в такой упаковке. Profession Eyelash. Больше ничего нет. Вот это, видимо, тот номер, который я заказывала. У продавца было огромное количество различных вариантов ресниц. Я на самом деле долго выбирала и не могла определиться, какие именно я хочу. Хотелось попробовать все. Как я вижу, некоторые съехали. Тут, наверное, по 2 пары. Сами реснички находятся вот в такой упаковке. И как мы видим, вот таким образом у нас выглядят реснички. Как я вижу, я же говорю, они склеились. При транспортировке немножко туда-сюда покидали, и они съехали. У меня вот такая форма. Они переносятся покороче и становится все длиннее и длиннее краю глаза. Ну, вообще, можно выбрать, наверное, на любой вкус, потому что там, на самом деле, ассортимент огромный, выбор тоже огромный. Основа у данных ресниц тоже магнитная, потому что, посмотрите, я их двигаю, и они никуда не отлетают, они также примагничиваются обратно. Здесь у нас 4 пары, да, это так, но так как на каждый глаз нужно использовать по 2 пары ресниц, они как бы магнитные, и получается, что крепится одна на другую. Одна сверху, другая снизу. Поэтому те ресницы, которые находятся в упаковке, их можно использовать на 2 человек одновременно. Или если вдруг вы потеряете, у вас всегда будет замена, и можно будет воспользоваться позже. Далее, следующая посылка, которую мне хочется показать, она у меня огромная. Когда эта посылка пришла, я знала, что внутри нее находится еще несколько других посылок, и поэтому я ее распаковала, чтобы понять, что находится внутри. В таком виде все это ко мне приехало. Тут уже видно, что я пыталась подсмотреть, подглядеть, что же там. Потому что не всегда трек-номер отслеживается, или бывает такое, что на таможне меняю трек-номер, и я забываю поменять его и забываю изменить данные. Поэтому, когда приходит посылка, даже если она с трек-номером, я не всегда понимаю, что мне пришло. Данные посылочки ко мне также пришли с отслеживанием. Они пришли ко мне быстро. Правда, шли они мне по-разному. Эта посылка мне шла месяц, а другая вот желтенькая, она мне шла где-то недельки 2. Поэтому, видимо, они на таможне просто залежались и их соединили в одну посылочку. Все, достала содержимое большой посылки. Как вы видите, ко мне пришли вот такие вот мешочки, нитки на изделие. Это не критично. Видимо, продавец еще, окромя моего заказа, положил мне мешочек в подарок, потому что он лежит не в упаковке. Да,
пакет не порванный, значит, это все-таки подарочный мешочек. Данные мешочки я заказываю не в первый раз. Уже у этого продавца я заказывала мешочки в других вариантах. И всегда качество на высоте, всегда все хорошо. Неоднократно рассказывала про историю данного рисунка, почему именно такой. Не буду сейчас останавливаться на этом. Если вам интересно, то проходите, смотрите мои предыдущие видео. Единственное, что хочется уточнить, перед своим заказом я всегда продавцу отправляю фотографию заново. Он печатает эту фотографию на мешочке, потом присылает мне фотографию готового изделия обратно. И после того, как я утверждаю, что мне нравится и мне подходит вариант, он уже отправляет посылку. Мне кажется, очень хорошее отношение к клиенту. Это супер. Всегда посылки приходят с отслеживанием. Обычно они всегда приходили быстро, где-то недельки за полторы, за две. В этот раз я не знаю, почему шло это месяц. Видимо, где-то залежались они на таможне. Я не думаю, что это вина продавца, потому что он отправил мне мой товар практически в тот же день, как я сделала заказ. Ну и давайте посмотрим, как выглядят мешочки внутри. Как мы видим, они отличаются от тех, которые я заказывала раньше. Эти затягиваются у нас с одной стороны вот таким образом. Ленточка черная, она отлично сочетается с самим рисунком. Продавца можно выбрать не только с рисунком, также можно было заказать без какого-либо рисунка. Это, кстати, дешевле. И также можно выбрать различное количество мешочков, там от 50 и выше, по-моему, 100-200 еще. У меня минимальный набор. Так, внутри швы, пока я смотрю, все выполнены ровно. Ниточки нигде не торчат. Как бы вот они есть на изделии, но это не критично. Это можно все срезать. Край обработан двумя стежками, обыкновенной строчкой, которую камера почему-то не хочет показывать, хотя вот она есть. И также есть оверлочная строчка. Вот мы видим ниточки, которую нужно срезать. И также здесь у нас обычная строчка и оверлочная строчка. Верх обработан вот таким образом. Пришли мешочки в фирменном пакете. Тут есть инициалы. Вот, я думаю, вам видно. Сейчас я их тоже достану и посмотрю остальные мешочки. Не стала доставать остальные мешочки, потому что их здесь очень-очень много. Они все одинаковые. Как бы не вижу смысла их доставать, показывать одно и то же. Продавец в подарок также положил свою визиточку. Я сейчас каждый мешочек смотреть не буду. Я их просмотрю позже, как нанесен рисунок, нет ли каких-либо торчащих ниток. И если я найду какой-либо изъян, то я обязательно где-то здесь укажу и напишу сбоку, то я нашла что-то. Но если будет все хорошо, то в принципе и добавлять будет нечего. Пока снаружи смотрю, вроде все нормально. По количеству продавец меня никогда не обманывал, сколько раз заказывала. Всегда приходит то количество, сколько заказываешь. В этот раз я даже смотрю, он мне положил один мешочек отдельно. И я так подозреваю, что все-таки это подарок. Если это не подарок, то я также об этом здесь укажу. Ну и следующая посылка, которая находилась в том большом черном пакете. Здесь у меня очень-очень маленький предмет. Я примерно знаю, что там находится внутри. И думаю, скорее всего, я не ошибаюсь. Да, здесь на самом деле я не ошиблась. Рассказываю историю. Я заказывала своему супругу магнитный кабель, и все бы ничего, но он потерял именно вот эту магнитную головку, которую нужно вставлять в сам телефон. Я не знаю, куда она делась. Мы все везде обыскали, но так и не смогли найти. И поэтому у того продавца, у которого я заказывала кабель вместе с магнитной головкой, я решила заказать отдельно вот эту вот магнитную головочку, для того, чтобы можно было использовать с тем кабелем. Потому что кабель-то хороший, он у нас остался, им он пользовался до того, как потерял сам наконечник. А на данный момент пользоваться им не может, и кабель просто лежит. Поэтому заказала повторно. Надеюсь, что продавец прислал точно такой же наконечник, и он будет подходить к тому кабелю. Потому что если это не так, то это будет большая печалька, будет очень жалко, и придется кабель выбросить. И да, кстати, у продавца можно было выбрать также с кабелем, можно было кабель без наконечника и наконечник отдельно. Посылка ко мне пришла быстро, за 2 недели трек номер отслеживался. Следующая посылка, которая ко мне приехала, она выглядит вот таким образом. Посмотрите, как замечательно сохранилась упаковка. Она еле, мне кажется, доехала. Надеюсь, у меня внутри ничего не пострадало, и все приехало целое. Ее, походу, ногами пинали, когда доставляли. Ну, посмотрите, вообще, это какой-то кошмар. Давно я не получала таких помятых посылок. В последнее время всегда все приходило в хорошем виде и в хорошем состоянии. Но что-то пошло не так. Открыла коробочку. Внутри
Внутри товар находится вот в такой пупырчатой пленке. Здесь у меня должен быть набор для тортиков. Лопатка, ножик и тарелочки. Должно быть три цвета. И когда я заказывала, я не смогла определиться с цветом, потому что мне нравились все три. Я подумала, что одного наборчика все равно будет мало для одного чаепития, для одного праздника. И решила заказать три разных набора. Один набор у меня должен быть прозрачный, другой белый, а третий золотистый. И, как вы видите, я так понимаю, они все отличаются даже в упаковках. Не знаю даже, с какого начать. Давайте, наверное, начнем с левой стороны. Откроем все три. Посмотрим, в каком виде они пришли. Сегодня мне помогает снимать Викуся. Вот такой вот ножик, лопатка. Край у него ребристый. Это пластик, но он довольно-таки плотный. Хотя и гнется, если вот так вот его помять. Ножичек должен быть острый. Как бы он ребристый, хорошо должен резать. Удобно то, что он в виде лопатки. И также в комплект к ножику шли тарелочки. Я не помню, можно ли по отдельности было купить ножик и тарелки. Но когда я заказывала, я выбирала комплектами. И смотрю, окромя тарелочек, здесь также еще имеются вилочки. Здесь у меня 5 тарелочек. Вот разница между китайскими и нашими сервировками. Я заметила еще, когда заказывала спицы, у них почему-то по 4 спицы продаются. У нас обычно используется 5, даже если вязать носки, обычно 5 штук. И тут же, смотрите, тоже здесь 5 тарелочек, но обычно у нас стандартные наборы с посудой, они по 6 предметов, как бы одинаковых предметов имеется в виду, по 6 тарелок, по 6 ложек, все. А вот у них по 5 штук. Вот. Ну, пластик, мне кажется, довольно-таки неплохой. Очень удобно, что есть ручка. И как бы вот поставил туда-сюда. Можно использовать как походный вариант. Также, если вдруг к вам пришло большее количество людей, чем вы рассчитывали. В моем случае, я думаю, мы будем использовать где-то на улице, в беседке. Для таких больше походных уличных условий. Также в комплекте к нему идут вот такие вот вилочки, которые можно, наверное, использовать и как лопаточки, как ложечки, если брать в другую сторону. Удобно. Маленький такой наборчик небольшой. Будет здорово брать с собой. Далее у меня идет золотой набор. Давайте тоже его посмотрим. Здесь написано Happy Birthday. Данные наборчики рассчитаны, как я уже сказала, для праздников. Ой, золотой мне нравится больше. Прям такой, ну даже не золотой, а такой коричневатый, темно-золотой. Здесь камера передаст. И он полупрозрачный цвет. Если ставить куда-то, то прям кажется, как будто не просвечивает ничего. Но если на свет куда-то, то видно мои пальчики. И вот такие уже у нас вилочки. Вилки, как мне кажется, более плотные. То ли краска у них нанесена более толстым слоем. Они не просвечивают. Тоже здесь в количестве 5 штук. Ну и такая же лопатка-ножик должна быть, как в предыдущем наборе. Просто мне хочется убедиться в том, что все пришло в целости и сохранности. Ну и последний набор. Давайте начнем с лопатки. Последний набор у нас белый. Ножик-лопатка. Белый цвет, кстати, мне нравится больше всех. Мне кажется, он самый такой презентабельный. Надо было мне все три набора заказать в белом цвете, а не экспериментировать, как я это обычно люблю делать. Вот дело вкуса, кому что нравится. Белые тарелочки и вилочки. Белый набор, конечно, похож на обыкновенную пластиковую посуду. Не скажешь, что данный набор стоит немного дороже, чем обычный пластик, который продают в магазинах. Посуда мне нравится. У продавца, по-моему, также были другие расцветки. Можно было выбрать также в розовом и голубом цвете. Ну, как бы тут на вкус и цвет кому что нравится. Или кому что подходит. В целом, в общем, наборчики очень понравились. По качеству хорошие. Далее, следующая посылка у меня вот такая вот желтая, продолговатая. Здесь у меня браслеты. Я уже знаю, как бы я открывала эту посылку. Примерно проверила, посмотрела, все ли в целости и сохранности. Браслетики магнитные, выполнены из натуральной кожи. Я уже как-то заказывала подобные браслеты. Тогда они мне очень понравились по качеству. Поэтому заказала в этот раз повторно, но уже в другом дизайне. Вот такой вот браслетик с множеством различных ниточек, веревочек. На обратной стороне все это выглядит вот таким образом. Скреплено на магнитную застежку, которая, как вы видите, крепится довольно-таки плотно. Очень хорошо прикрепляется. Можно застегнуть даже одной рукой. Все делается легко и просто. И посмотрите, как все это выглядит на руке. Мне кажется, очень здорово. В магазине было множество различных расцветочек. Можно подобрать на любой вкус и цвет, под любой наряд, одежду. На самом деле нравится. Вот эти вот железки, они двигаются. Их можно отрегулировать, куда вам хочется. Если они вам не нравятся или вообще не нужны, можно их сдвинуть, наверное, куда-нибудь сюда, чтобы их было менее заметно. Ну и давайте другой браслет.
Он у нас уже длинный. Его нужно будет надевать на руку в 2 оборота. Так, тоже все пришло в своем индивидуальном пакете. Вот так вот он выглядит. И здесь у нас уже одна бусина, которая не двигается. Посмотрите, это просто как вставочка. Надевается данный браслет вот таким образом. Один раз окрутили, потом второй раз. Одной рукой делать это не очень удобно, но в принципе вполне возможно. И вот таким образом все это закрепляется. Вот так все это выглядит на руке, как вы видите. Конечно, нужно будет поправить, так как я сейчас на быструю руку все это закрепила. И также, мне кажется, все-таки нужно будет держать данный браслет в развернутом виде, а не в согнутом посередине, потому что вот здесь вот образовался заломчик, который немножечко топорщит браслет и деформирует его на руке. У продавца данный браслет был в различных расцветках. Так же, как и предыдущий браслет, можно было выбрать ту расцветку, которая больше всего нравится на свой вкус. Следующая посылка у меня вот такая вот маленькая. В ней у меня должны быть серьги. Пока открываю, хочется сказать, что посылка ко мне пришла за 3 недели. Трек номер отслеживался. Серьги упакованы у нас в пупырчатую пленку. Довольно-таки неплохо. Я смотрю, вроде как ничего не пострадало. Но давайте проверим. Достанем серьги оттуда. На самом деле они очень такие интересные, необычные. Меня привлекли тем, что их можно носить как просто такими палочками, как можно делать с длинными висюльками. И это уже будет более вечерний вариант. Получается, что покупая одни серьги, мы получаем 2 разных пар, как бы 2 разных сережек. Вот, смотрите, о чем я говорила. Можно носить как вот таким образом. Допустим, взять просто силиконовую заглушку и носить без ничего. Будет просто палочка. А можно закрепить вот такие висюльки сзади. Вернее, заглушку вот с такой вот металлической бахромой. И тогда уже будет, мне кажется, более вечерний вариант. Ну или просто уже будут удлиненные серьги, если вам такие нравятся больше. Первая сережка выполнена довольно-таки неплохо. Все хорошо, ничего нигде не торчит. Сами ниточки металлические имеют асимметрию. Давайте посмотрим вторую серьгу. Она тоже пришла в целости и сохранности. Тоже ничего нигде не повредилось, не помялось. И вторая серьга тоже имеет асимметрию. И по длине они одинаковые. Прикольные серьги. Очень понравилось мне то, как они смотрятся в деле. На самом деле, как я и говорила, их можно носить как и просто палочки, так и можно надевать в комплекте, как они пришли, с металлическими нитями. Смотрится необычно, таких ни у кого еще не видела. Они легкие, на ушах практически не чувствуются. В целом, в общем, они мне понравились, поэтому ничего плохого про них сказать не могу. Далее, следующая посылка у меня должна быть косметическая. Она ко мне пришла где-то за 2 недели. Трек номер отслеживался. Здесь у меня консилер, цвет у меня 04. Надеюсь, я не прогадала. Вот такой вот цвет, когда я выбирала. Для меня было важно, чтобы консилер был с розоватым подтекстом, чтобы можно было скрывать синяки под глазами, потому что светлых у меня полно. А вот именно вот таких вот корректирующих розовых у меня не было. Вернее, был один, но он уже закончился. Поэтому мне нужно было что-то другое на замену. Консилер выглядит вот таким образом. Цвет у нас вот такой вот. Но мне кажется, я не угадал, он очень-очень темный. Надеюсь, если его наносить по тональную основу, он на самом деле будет перекрывать синяки. И тональная основа справится с ним и перекроет данный консилер, потому что если она его не перекроет, то он будет слишком темным для меня. И вы видите, я не могу обратно кисточку засунуть, потому что там идет большое сопротивление воздуха. Консилер налит под завязку и просто выталкивает сюда кисть. С трудом, но я закрутила. Прям чувствуется такое усилие. Здесь у нас также цвет 04. Данный консилер был в нескольких расцветках. Можно было выбрать любой цвет на свой вкус. Также там были более светлые цвета и более темные. Срок действия в открытом виде 12 месяцев. А так вообще, если не открывать, то можно было использовать до 2023 года. Объем банки 3 грамма. Понравился мне данный консилер. Он на самом деле неплохо перекрывает синяки под глазами. Как я его говорила, я наносила под глаза на коже, а потом поверх него наносила тональное средство. И тональное средство также перекрыло консилер, но имейте в виду, что тональное средство тогда должно быть очень плотным, потому что если брать средней плотности, то ничего не перекрывает, вернее перекрывает частично, и этого недостаточно. Все равно просвечивает такой желтовато-розоватый тон консилера и смотрится не очень естественно. Как бы мне не понравился результат. Если тональное средство
не сильно плотное. Но если тональное средство плотное, то хорошо перекрывает, выравнивает тон и смотрится на порядок лучше, чем если бы я использовала свое обычное тональное средство без данного консилера. И еще одна посылочка у меня вот такая вот пухленькая. Здесь у меня должны быть держатели для кабеля. Покупала я ее для того, чтобы использовать на своем рабочем столе, потому что мне надоело, что когда я ставлю швейную машинку, у меня везде висят кабели. Поэтому я хотела что-то себе приобрести, чтобы все это зафиксировать. Вот, нашла на Алиэкспресс подборочку из 3 разных держателей кабеля. Решила заказать на пробу. Сразу хочется отметить, что посылка ко мне пришла за 3 недели. Трек номер отслеживался. Также у продавца можно было выбрать различные варианты данных держателей. И, по-моему, также варьировалось количество при заказе, поэтому можно подобрать любой держатель на свой вкус. 1 держатель, 2 и 3. Пока мне все нравится. Классные держатели, они прям такие матовые, прорезиненные. Удобно то, что можно раздвинуть, поместить туда кабель, допустим, вот. И все, он никуда у вас не уйдет сам, если только не приложить усилия. А так, вы видите, он не выходит. Сам точно никуда не вылезет. Если зафиксировать, то, видите, он даже ездит туда-сюда. У меня, кстати, это кабель от моей швейной машины. В моем случае у меня 3 варианта. 1 держатель у меня на 3 разных кабеля. Другой у меня на 5 кабелей. И 3-й у меня на 7 кабелей. Самый большой. Крепятся они при помощи 2-стороннего скотча. Надеюсь, что данный 2-сторонний скотч отлично будет держать. Не хотелось бы, чтобы у меня все это отвалилось, но пока вроде как приклеивается неплохо. И прикрепить можно к любой поверхности, как к торцу стола. Также можно прикрепить где-то сверху, чтобы все это фиксировалось и кабель шел куда нужно. Понравились мне данные держатели. Резина ничем не пахнет. Выполнено все аккуратно. Как вы видите, ничего нигде не торчит. Вот тут вот есть мелкие зазорчики, но я к этому придираться не буду. Так, в общем и целом, все выполнено ровненько, аккуратно. Посмотрите. Мне нравится качество. Я не знаю, возможно, кому-то не понравится, но мне на самом деле нравится, поэтому не буду ничего плохого говорить. Я не вижу никаких изъянов для себя в данных держателях. Ну и последняя посылка, которую мне хочется вам сегодня показать. Сразу хочется отметить, что этот товар я заказывала не себе. Меня попросили его заказать. Но так как я его заказывала на AliExpress, то все равно решила, что нужно вам рассказать о нем. Этот товар немножко отличается от других тем, что продают его из России, русский магазин. Отправляли также из Москвы вроде. Ну давайте посмотрим. Вместе с товаром пришла накладная. На самом деле отправляли из Москвы. И вот она сама цена. Называется это заклепочник King Tony. Я не знаю, возможно, кому-то это нужно, кому-то пригодится данная информация. Сама понятия не имею, для чего нужен данный заклепочник. Как бы товар мужской, и сейчас даже не знаю, что с этим делают. Вот так клепают, я так понимаю. Внутри все это пришло вот в таком виде. Он жутко тяжелый. Я не знаю, сколько килограмм он весит, но на самом деле прям такой вот очень-очень увесистый. Работает он вот таким вот образом. Для того, чтобы сдвинуть и раздвинуть, нужно прикладывать усилия. Но я думаю, это только тяжело для женских рук. Для мужских будет все очень даже комфортно, потому что, в принципе, все ездит плавненько. И ничего нигде не цепляется. Также в комплекте, я вижу, продавец положил ключ. Видимо, для того, чтобы снимать наконечник и менять здесь что-то. Тут у нас что-то еще откручивается. И, конечно же, я предполагаю, что если кто-то из мужчин будет смотреть данное видео, он будет долго смеяться, потому что мужчина, скорее всего, знает, для чего нужен данный предмет, что с ним делать. Но, я говорю, заказывала не для себя. Я особо-то не знаю, что это такое и для чего это нужно. Просто показываю, может быть, кому-то пригодится. Хочется отметить, что когда я сделала заказ, продавец отправил его не сразу, а только где-то на 3-й, 4-й день, что ли. Я уже подумала, что магазин не работает и мне ничего не отправят, потому что если сравнивать с китайскими товарами, с китайскими магазинами, они отправляют супер быстро. Стараются все это отправить в тот же день, но максимум на следующий. И если у них происходят какие-либо задержки, то они всегда об этом предупреждают, всегда пишут,
спрашивают, смогу ли подождать или можно ли поменять доставку. А с этим товаром прям был какой-то трэш, потому что он, как вы видите, не дешёв. Заказывала их, плюс я еще ни себе, ни мои деньги заказала, и все. Мне ничего не приходит. Товар не отправляется. Я уже думала, нужно будет делать возврат. Но продавец отправил, и все ко мне приехало. В принципе, практически в целости и сохранности. Как вы видите, коробка все равно при доставке пострадала. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если остались вопросы, то пишите, с удовольствием отвечу. Ссылочки на все товары оставлю в описании. Что-то понравилось, проходите, смотрите более подробно. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.